Итак, о чем тут, братья, о чем тут? Ибо воистину, дремлет кожа Абдулла. Вот. И сейчас по заказу будем делать обзоры на Жирафон, именно на Мафию 2, только что посмотрел первую часть. Это что-то. Это тоже такая же бездарщина, безграмотность. Жирафонизм, как обзор будет на Крайзис, это Жирафон. Вот, итак, начнем. Вторую часть пока не смотрел, только первую. Угу. Ну, посмотрите, какое мерзение. Ой. В общем, сразу хочу сказать, они тут так являются, что якобы играют сейчас в игру эту, да? На самом деле, я их в прошлом Жирафоне разоблачил. Они это в записи им записывают, они это просто комментируют. Я даже не верю, что это они сами это записывали. Хотя, может, вот этот вот дрыщ, да, тощий, он может и записывать как раз на бубенбошку на совместимости, а потом вместе сидят и комментируют просто. Угу. Чего? На годы вперед вот эту парашу, да, Мафию 2. Чем же она хорошая игра? Она всем скорее очень-очень плохая игра. Блин, плохо тут приматывать, ну ладно. А, давайте не включил. Находки. Безусловно, это одна из самых красивых игр этого поколения, которая, ну, наряду... Ага, чем она обратно, как по дизайну и по всему. Uncharted, он так... Ага. Uncharted, вот параша, это первое, это особенно, это полное бурлящим говном червивая масса. Первый Uncharted, второй чуть получше, но все равно так же бездарный дизайн, все параша. Поганый Uncharted, это дерьмо распиарено. Просто сочится красками, да, красок, которые угу. воспринимаешь, это еще и серьезно угу. так воспринимается. Ага. Тот же город в GTA, он казался каким-то пластмассовым, может, не... как... Ты что, дурак? Город GTA — это верх реализма. А Мафия — это реализм, нельзя назвать, это параша даже приблизительно. Как таким карикатурным, а здесь... Ты что, охренел, что ли? Да Мафия карикатурная, где город? Там размером со спичечный коробок. Здесь он верю. Вот верю и все тут. Чего? Че ты веришь? Че ты веришь? Че ты веришь? Ты можешь объяснить, во что ты веришь? Да, очень... Ты в бога сатану, в голову должен верить. Очень все по-настоящему выглядит, но... Хватит. Да. По-настоящему кого-то жжёшь со 40-х годов, да? Так говорит. Благодарствуй, давай мы начнем. Наверняка вам уже не терпится. Как всегда, у нас будет три части. В первой части мы расскажем традиционно вступление. А может не надо. Мы покажем его. А во второй части традиционно углубимся в геймплей на примере 40-х годов. А в третьей перенесемся в эпоху 50-х. Да, ну и традиционно мы ждем ваших вопросов. Готовы на них отвечать. Наверняка их будет много. Ну, у нас здесь компьютер. Да. Ну, у меня уже много вопросов. Это же подключенным джойстиком от Xbox 360. Он нагло врет, даже смотрите, как поворачивает глаза, отводит туловище, что компьютер. На самом деле эти джойстики, и это ничего, и все вообще не подключено. Они ничего не подключены, они просто за запись смотрят на ТВ, геймплея. И только останавливают там кнопками плей-пауз, может, не знаю. Надо, как нагло, можно народ обманывать. Мы вообще сначала удивились, что такие прислали нам мафию на писюке с какой-то адской количеством защиты, вообще у нас тройной. Два пароля, которые вспоминать надо каждый раз, чтобы играть. А что ты ржешь-то? Что тут смешного, да? Специальный активационный диск, скачиваемый билд из интернета. Ой, ужас, самая жесткая защита, которую мы видели. Ужас, у нас вот тут вот сидит. Этот, он еще и шорты одел, а? Это же вообще просто кошмар. Но мы вообще удивились, почему на PC прислали, потому что обычно, ну, издатели всегда присылают игры для консолей. Это им удобнее, и нам удобнее. Да, но, как известно, когда вышла демка Мафии 2, все стало, в общем, на свои места. Все стало ясно, что это за говно и параша. И ваша эта хрень уже тут не нужна. Проплачено. Ну, понятно. А, дорогие друзья, если еще кто не знает, то, ну, в общем... Друзья, у тебя что, друзья, что ли, есть, оказывается, а? Версии для консолей получились, мягко говоря, похуже. Ты давай, закрой хавай свой, да? Версия для Xbox, она чем от компьютерной версии не отличается. Там даже физикс есть точно такой же, 100%.
Об этом мы попозже с тобой поговорим. А на PlayStation 3 там всегда все параша. Там любую игру возьми, что не возьми, там всегда на парашном выгляде. Мафия 2 это только пример, что там нет травы. Самое похуже оказалась версия для PlayStation 3, в которой совсем не тот огонь, нет травы. Ага. Почему? Ага. Да, хрен бы они об этом сказали, если бы весь интернет этими шуточками заполнен не был. Кому-то совсем не все, что вы уже, наверное, знаете, и так, без... Да, да, вот если бы не знали, то нам гнал, что лучше для PlayStation 3. Чтобы получить полное удовольствие настоящее от Mafia 2, надо играть не на PC. Как? Ага, придурок, а сам я подключил джойстик Gamepad. И играть на PlayStation 3, дурак, реально. И при этом он тут проговаривается, что версию Xbox не играл. Я как раз прошел версию на Xbox. Что-то удивительное говорим, да, впервые за последние несколько лет. Я думаю, лет за... Да, обхохочешься просто. Бабки пришли. За 10. Там, наверное, со времен Half-Life 2, собственно. Смотри, как он бегает, эти пацаны лампы туда-сюда, руками двигает, трет обо что-то. Ну, посмотрите на уроки, на эту биту, зачем много? Такое приходится произносить. Посмотрите. Вот, но это правда, то есть, если вы хотите... Это неправда, потому что ты всегда врёшь. Типа играть настоящим. Да ты даже не понимаешь, что вообще говоришь. Тебе говорят, ты говоришь, ты что, оценку никакую не можешь дать. Тебе вот три слова, ручная работа, 90-е, блокбастер, и все. И вручную. Мафия 2, так как она задумана разработчиками, надо в нее играть на PC. Вот, надо сказать, что... Ага, придурок, на PC она, на удивление, очень круто вылезана, то есть... Да, она только на удивление, что специально тормознуто не сделали, как GTA 4. Это в этом отличие. У нас предфинальная версия, как бы, не финальная. И каких-то огрехов таких страшных не видно. То есть, они же удалят как сумасшедшие, вообще просто. Уже. А финальная версия будет и того краше, и лучше, и оптимизирует. Ну, еще очень стабильный фреймрейт, ага, все очень красиво. Да. Надо сказать, что на самом деле, вот такой парадокс. Игра... Ты можешь не заикаться, а, хоть раз. Лучше всего выглядит и играется на PC, но... Да, ага. А что ж ты несёшь, сволочь? Вот ты только что сказал, что тебе прислали только на PC. А сейчас ты говоришь, что на PC игра лучше, при этом на Xbox ты сам проговорился, не играл. Да что ж ты тут лапшу вешаешь? Но мы не просто так сидим с джойстиком от Xbox, потому что... Это ж не просто так. Это ж вы идиоты. Вы думаете, кого-то обмануть? Управление, ну, вот просто на 100% заточено... Конечно, заточенный, придурок! Если игра консольный порт, как она может быть не заточена под геймпад, если консольный порт? Подумай своей башкой, это ты порт с Xbox обсуждаешь, и удивляешься, почему там поддержка геймпада включена. То есть, если вы собираетесь играть на PC, мы советуем вам тоже воспользоваться геймпадом, потому что, ну, просто все. Придурок, PC как раз, ты говоришь, лучше PC как раз тем отличается, что управление мышкой и клавиатура, собственно, какая там еще может разница будет, сейчас уже давно никакой разницы нет, что на Xbox, а что на PC, графика, только на PlayStation она ухудшена, все погано сделано, и ты даже тут умудряешься врать, то, что тут графика на PC лучше, и физика даже какой-то работает. Управление точнилось под него, и реально на клавиатуре, глаза разбегаются. Глаза разбегаются. Это же четырёхглазые, вот, наверное, и разбегаются. Даже в отделе геймеров, люди, которые привыкли играть на PC у себя дома, сели в мафию и сразу же по рекомендации Антона схватили за геймпад и игрался намного комфортнее. Да. Схватили за геймпад, Ой. Да. Геймпад один этот 1500 стоит. То есть можно практически приставку на него купить. Это все равно, что покупать Macintosh и ставить на него Windows. Да, и ну, про редакцию Громании я знаю то же самое. Включали ребята к ноутбуку даже геймпады. Да. Ага. Обхохочешься. Посмотрите на это. Ну, посмотрите, он что, срёт, что ли, не пойму. Тебе не стыдно, а? На клавиатуре, на самом деле, очень портится кинематографический эффект. И эффект присутствует. Чего? Кинематографический эффект опять как понесло его. Еще давай блокбастер 90. Да, потому что очень много в игре сцен, где вам не надо не сломя голову и бежать, а медленно ходить с окружающим персонажем. При этом.
Так это я говорю, говорю, так, это же не знал. По сторонам, а когда ты представляешь, тебя тут так вот бегает рывками, или только там... Ну, клавиатуре получается, что ты работает движение вкл и выкл, все, то есть ты либо... А ты что, только что это придурок узнал, ты что, не знал об этом, что ли, а? Ты что, это не знал, что ли? Там только что ускорение включить, ты только что в том. Кому ты это рассказываешь? Она гепадия, стики аналоговые, поэтому можно регулировать скорость своего движения. Да. И это касается не только самого персонажа, но и езды на машину. Как поворачивать, как газ давать, как тормозить. Это все очень важно. Очень важно, особенно учитывая, что... А какого хрена вы, уроды, говорите, что PC-версия лучше, а? В опциях можно поставить реалистичную физическую модель для автомобилей, и тогда на клавиатуре ездить вообще ад. Но, в общем, Мафия — это одна из тех игр, которая очень сильно страдает, если играть в нее на клавиатуре с мышкой. Вот из-за рывков, дергов. Любая игра, вот. А, то есть любая игра нормальная за последние 5 лет вообще, она от этого страдает, естественно. То есть в клавиатуру можно играть только в стратегии нормально, и то, которое для компьютера создается. И шутеры, и то не все далеко. Это же главная проблема клавиатуры мышки, что у них нет обратной отдачи, это главное, не то, что там какое-то управление не то. Которые, потому что это все-таки очень киношная игра. А для того, чтобы прочувствовать игру, нужно это вовлечение 100%. Да. 100%. Во-первых, придурок ты такой, это ты. Если ты играешь на PC, да, то ты играй так, чтобы она действительно лучше выглядела, ты должен играть с 3D-графикой, то есть с 3D-монитором, с 3D-очками, только тогда на чем-то будет лучше, чем на Xbox. Пойми, придурок. Если ты называешь версию PC лучшей, и при этом не играл, не играешь в нее в 3D-режиме, то значит ты просто придурок, а? В таком случае она даже хуже, естественно, намного, чем приставочная, хотя бы потому, что его надо долго инсталлировать и джойстик еще подключать к нему. А еще там глючить будет что это самое. Как ты смеешь обсуждать, чем там PC-версия? Может, лучше, если у вас нищебродов, даже нет видеокарты нормальной, ну, 3D-монитора нормального, очков нормальных, и сидите, что-то втираете тут. И без геймпада, к сожалению, не обойтись. Ну, а, к сожалению, не обойтись. К сожалению, не... Что ты, как ты не обойтись? Что, дурак, что ли? А не обойтись, если бы она вообще не запускалась без геймпада. То есть он уже заранее, то есть вот они только что признали, что по всей ущербной версии без геймпада не обойтись. То есть ты должен, они говорят, PC версия лучше, но ты должен пойти купить за 1500 долларов геймпад. На. Рублей. Привыкли, а это не страшно. Да. Давай. Ага, привыкли вот такой видеть, вот, да, вот с такой вот. Вот это, может, вы привыкли, но я что-то не привык, я вот смотрю второй жирафон, мне что-то это возмущает, что вот такое вот по телевизору показывают. Ну, слава богу, по ТВ-каналам такое у нас не показывают. Ну, вы поэтому и открыли в интернете, что вот это в интернете еще нам показывают. Запускаем? Начнем. Запускаем, да. Выпендриваться не будет? Ага. А сам мышкой играет, управляет. Будем говорить, как обычно. Медиум. Угу. Кстати, вот еще разоблачение. Разоблачение вот еще. Я только что видел, он держал, не переставая, джойстик Xbox, да? А мышка у него вообще с другой стороны там стояла. И он тут быстро переключил на мышку и стал быстро кликать. Я об этом ничего не сказал. И если бы он быстро это переключал, там видно было, как он берет, кладет джойстик. То есть опять я их разоблачу, это запись, они смотрят. Нас сказали, начинается Мафия реально удивительно, необычно. Да, офигенно, удивительно, половина игр так лично меня начинается. Практически сразу она захватила. Ага, захватила. Угу. Захватила тебя болезнь. Значит, полный восторг не описать, потому что чувствуется. Ага, какой восторг. Я сразу увидел, что это полный паша с аппаратным дизайном.
с отвратительным дизайном. Просто отвратительно. Держу рожу на них смотреть противно, как на твою собственную.